В ходе рабочего объезда Кировского района губернатор Александр Беглов посетил детский центр реабилитации. Это новое подразделение детской больницы номер один. Центр оснащен современным оборудованием. Здесь проводят лечение с использованием новейших методик реабилитации. Сухая иммерсия называется, да? Здесь эффект невесомости. Вы попробуйте кто-нибудь руку, чтобы вы понимали, вот, как оно. Классно. Так, здесь раз... Детский церебральный паралич, задержка двигательного развития. Здесь снижается тонус, снижается нагрузка на костно-мышечную систему. В центре лечат детей от 3 месяцев до 3 лет с патологией в перинатальном периоде, последствиями перинатального поражения различных органов и систем или рожденных раньше срока. За год центр может принять до 2000 малышей. По вашим прогнозам, в каком процентном отношении детишкам можно помочь? Вы знаете, вот мы видели детей, мы сейчас из Мюнхена недавно приехали, но процентов 80-90, да, они восстанавливаются. Им надо просто взять и заниматься. Надо заниматься не только с ними, а заниматься с родителями. Здесь есть кабинеты сенсорной интеграции и видеоанализа движений, бесконтактная ванна, с помощью которой можно проводить полный гидромассаж и не только. Главе города показали зал для занятий лечебной физкультурой. Многие процедуры для ребят проходят в игровой форме. Алла Белякова, Сергей Скрипкин, интернет-телевидение, Город Плюс.